все, что сделал Бертоне, по каждому проекту, над которым он работал, над которым его дизайнеры работали, его ателье работало, каждый этот проект он на ступенечку выше поднял автомобильный дизайн. Но это шедевр абсолютно, потому что это автомобиль журналисты окрестили в свое время, современники, да, окрестили шикарные гостиные, способные разгоняться до 250 км в час. Потому что для купе форма, вот это вот вытянутое и действительно пространство для задних пассажиров, ну, это феноменально. И вот такая сигара, ну, я не знаю, есть такие ракурсы, когда на нее смотришь, и просто невозможно взгляд оторвать. Все-таки надо смотреть, опять же, не серийные машины чаще всего, а именно концепты. Вот когда мастер ничем не ограничен, он не знает вообще, в этот концепт потом двигатель какой-то приличный влезет или нет, а он хочет, чтобы было так. И вот это интересно, потому что это фактически набросок, скетч с бумаги, перенесенный в объем, и мы можем заглянуть в голову и в душу дизайнера. Это страшно интересно. Il design negli anni 50 era da solo, non c'erano le riunioni con diciamo, i responsabili della costruzione, dello stabilimento, eccetera. Tutto questo avveniva successivamente, quindi era solo il design, lui, le sue idee, le sue matite e lui costruiva il progetto. Обычные люди, которые занимаются автомобильным дизайном, а это люди, которые уже с детства знают, что они хотят только этим заниматься. Это люди, которые болеют автомобилями. Поэтому, конечно, прикоснуться, да, к такой легенде, работать в такой компании, ну, это большая удача. Вот. И я очень рад, что мне повезло там оказаться. Stiamo organizzando un programma molto interessante, del quale potete trovare i dettagli sui nostri siti istituzionali. E l'ambasciata è sempre presente e ovviamente siamo molto contenti di portare qui cose italiane da vedere, oggetti italiani da mostrare e che gli italiani possano a loro volta ammirare esposizioni russe.